Всем привет! Вы на канале Денис ТВ, и сегодня я приехал на Костин двор. Это лошадиная ферма. Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Приятного вам просмотра! Вот припарковался я возле выезда, значит, и въезда. Моя малышка, красавица, привезла меня в это замечательное место. Сейчас пойдем перекусим, значит, в кафе. Это вот территория. Территория большая. Киса, киса, киса. Ты моя хорошая, хорошая киса. Ой, какая хорошая, красивая, трехцветная. Ветер дует, да? Ветер дует. Она уже не хочет с тобой разговаривать. Уже хочет кушать. Хочет быстрее зайти. Итак, мы вошли, значит, в кафе. Посмотрите, как красиво здесь. Сколько кошек. И опять кошка. Хорошая какая. Как красивый камин настоящий. Так, идем дальше. В другой зал. Вау, смотрите. Давайте посмотрим меню. Вот завтраки с 9 до 12. Так, салаты. Меню дня, супы. Цены, в принципе, недорогие. Гарниры, соусы, напитки. И все. Вот, цена вообще недорого. Очень даже приличные, хорошие, бюджетные цены. Вот такой вид красивый, посмотрите. Вот какая красота. Полный релакс. Вот. Это второй зал, получается. С панорамным видом. Итак, мои хорошие, мы заказали уже, значит, еду, скоро принесут. А пока ждем, я вам покажу вторую часть первого зала. Я вам не показал, к сожалению, забыл. Сейчас покажу. Так, я вернулся в первый зал. Вот показываю барную стойку. Здесь еще есть, я забыл показать. Камин шикарный, настоящий. Вот. Так, а мы ждем заказ. Киса-киса пришла к нам, которая нас встречала при входе. Такая хорошая, пушистая-пушистая киса. Киса хорошая. Хорошая киса. Хорошая, толстая-толстая киса. Нам принесли вот такие вот красивые, и думаю, очень вкусные булочки к чаю. Домашний хлеб принесли белый. Ой, как он вкусно, ароматно пахнет. Люблю такие булочки вот с корицей, вкусняшки. Итак, принесли первое блюдо. Местные, значит, их пельмени получаются, их сметана, это их майонез. Очень вкусно, вот я уже начал кушать. Принесли картошку с отбивной курицей, вот с огурчком. Ой, так, мои хорошие, как мы вкусно покушали и плотно. Ух, это просто как все было вкусно. Пельмени просто охренительно. Ой, сейчас надо надышаться. Короче, сейчас мы идем на манеж. В сторону манежа. Будем кататься. Я буду кататься на лошадях. Вот. Один круг стоит 200 рублей. Один круг 200 рублей. Вход, заезд стоит 50 рублей. Обед обошелся 1500 рублей. Подсказывают 2000. 1500 на двоих. А, извиняюсь, на двоих 1500. Поправляют. И что еще? Все, да? Вроде бы. Идем вот.
Так, подошли мы к манежу. Вот, смотрите, территория. Большая территория, очень такая зеленая вся. Красивая. Пруд. Там вот утки. Там рыбак сидит, возле рыбака кошки, коты. Ну, я потом покажу вам после катания на лошадях. Вот так мне дали вот такой вот шлем. И вот мне лошадь. Mm-hmm. Да. Тоже принесли, вот поставили лошадь. Вот такая красивая лошадь. Смотрите, разноцветная. Так, мои хорошие, я покатался на лошади. Классное, классное ощущение. Супер, просто. Значит, нам обошлось это. Значит, три круга, 500 рублей. Вот. Так, ну что еще? Да не знаю, что еще сказать. Вот гуляем, ходим. Сейчас покажу пруд, гусей покажу. Покажу котов, покажу, вот там они сидят. Ну вот, вот так. Вот территория, вот утки-гуси, вот пруд, там вот сидят коты, вот смотрите, видите, вот раз кот, два кот, рыбак, коты ждут, когда будет рыба, вот. Это гуси, что ли, скорее всего, гуси, наверное. Вон какой. Кричит что-то. Ути, ути, ути. Ути, 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 ути. Да. Вон утки ходят. Вон утки пошли. Бегом, бегом, бегут. О, побежали. Бегом, бегут. Утки. Вон, только так бегут. Так. Вот кричит. На его территорию зашли, наверное. О, какой молодец. Вот правильно. Друзья, шли-шли мы и увидели страусов. Вот пара страусов. Это, видать, мальчик. Там, наверное, девочка. Такой вот здоровый. Раз и два. А вот здесь вот индюки живут. Вон, такой жирный индюк. Курица орёт. Фыркает еще что-то он. Ну-ка повернись. Повернись. Не хочешь поворачиваться. Так, а вот здесь вот куры. Смотрите, сколько много кур.
Вон стоят. Вон сколько много кур. Видите? Вон стоят. Кушают, воды пьют. Цып-цып-цып-цып-цып. Хорошие. Видюк повернулся. Вон стоит красавец. Ну скажи что-нибудь. Все. Вот он. Что за снег? Идет, идет. Друзья, вот здесь вот живут утки, дикие утки, индоутки. Вот, да, они сейчас погуляли, отдыхают. Друзья, посмотрите, какие милые курочки идут. Какие у них... Это что такое на ногах? Какие-то интересные курицы. Привет! Ты кто такая? Вся белая. Ну, какие у нее. Это же, ну, я даже не знаю, как назвать. Ноги такие интересные, пушистые. Пушистые ноги у тебя, да? И это маникюр такой у тебя. Че молчишь? Вот Катя кричит что-то. Катя, привет! Катя! 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 Иди сюда! Иди! Иди! Не хочется! Хорошая белая козочка! Тут вот ее родственники. Там барашки. Вон там маленький. Вот маленький. Козленок. Вот здесь они живут. Вы какой ветер. Наверное, меня не слышите, друзья. Друзья, вот здесь живут маленькие и средние лошадки. Пони, мини-пони. Привет. Какой сильный ветер. Ужас. У-у-у. Какой же сильный ветер, друзья. Привет, красотка, маленькая. А он там валяется. Он какой маленький. Вот ты мне заградил все. Хочешь показывать своего друга маленького? Показывай. Стоит маленький конь, идет, идет, еле-еле. Что встал? Все, пришел? О, киса, киса, киса. Кс-кс-кс-кс. Ветер очень хороший. Какой маленький вот этот черненький вообще. Ой, что делает? Он как увидел, что яблоко запахло. Вдвоем ходят. Такие маленькие вообще. Мини-мини. Гоняет большой. Да, он большой, правильно. Он всякий. Все, разогнал всех, да? Разогнал всех? Нехороший.
стоит рыжий. Маленький. Иди сюда. Иди, иди копи. Вот еще один вольер с маленькими лошадьми. Ходят. Такие чудные, да? Сиры. Приветик, приветик. Можно тебя потрогать? Трогать. Тебя можно потрогать? Хороший. У тебя пси нету, пси? Укладку не сделал сегодня, укладкой. Укладки нету. Вот там вот белые. Вот там. Вот черно-белые. Побольше, поменьше. Вот белая пони. Красота. Он идет, идет беленькая, беленькая идет. Альбинос, смотри. У меня все... ничего нет. Ничего они нету. Они за яблоками, за морковью. Хорошая такая, хорошая. У меня ничего нет, мы не принесли почему-то. Не принесли мы, забыли мы. Не подумали. А зачем так шумишь? Недовольный. Не принесли пожрать. А это, по-моему, вот. Питомник растет, да? Да. Стоят. Он идет серенько. Еле-еле. Вот коты. Сидят, ждут. Два черненьких, один рыжий. Здрасте. Вот ждут, сидят.